Здравствуйте, уважаемые блогеры. Сегодня 23 марта. Блогер из Перми, бывший сотрудник КГБ, следственный работник Бессонов Алексей Борисович. Ну вот я узнал только что сегодня был убит член фракции КПРФ Денис Вороненко, который уехал в Киев и так далее. И меня просили бы, как вот следователю бывшему, высказать пару версий, что это может быть. Убийство ли это Москвы и так далее. Но я не исключаю возможности, что и спецслужбы. Хотя, вы знаете, зная ситуацию внутри спецслужб, я не думаю, что там кто-то способен. Хотя дурное дело не хитрое. Но, скорее всего, вот как следователь, я обычно тут вижу другую проблему. Все-таки криминальные какие-то разборки. Вот первую версию я бы выделил. Связано с чем? Во-первых, его жена, бывшая, сожительствовала, певица, вот это знаменитая его, сожительствовала, была такая информация, с одним из уголовных авторитетов Москвы. Да, и я не исключаю, что, может быть, это связано где-то и в том числе и месте, так сказать. Ну, может быть, там любил ее, там еще что-то. Тоже я такой вариант не исключаю. Или более того, ну и коммерческие разборки. Известно, что депутаты такого уровня, они известные кидалы. Кидают, так сказать, всех и вся. И, так сказать, ну, версию спецслужб я тоже не излагал. Хотя формально там же должно быть будет дело, потому что они его посадили 275-й, государственная измена, потому что он там оказание помощи иностранному государству, организации в интересах, не в интересах России. Ну, трудно сказать, если, так сказать, ну, как правило, понимаете, у нас такая страна, что у нас за государственные интересы никто не убивает. У нас убивают или за интересы клана, или Путина, или финансовые интересы. Вот они стоят, а Родина там, этот... Эти люди такие, ФСБ, там, руководство, она такими понятиями не оперирует. У них это до лампы. Это так, поскольку для массы. А начинают там убивать и так далее. Вот Литвиненко почему его отравили? Ну, он наезжал на Путина там, чтобы и так далее. Ну, может быть, этот тоже там, в интервью Путина поливал. Такой вариант. Но, скорее всего, я думаю, что это связано с финансовыми разборками. И вот я бы, например, не исключал версию и разрабатывал месть вот сожителя. Его жены, бывшего, так сказать, мне кажется, она вполне... Хотя трудно сказать, очень мало информации, но потому как совершали убийство средь бела дня, то есть, видимо, что ничего не боялись. То есть, или у них такие завязки сложные, или настолько, так сказать, отмороженные. Хотя, посмотрим. Поэтому такая моя версия. Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.